Желтые, красные и синие зонтики появились в небе по улице Абергенова. Многоцветие по-весеннему радует глаз и поднимает настроение горожанам уже несколько дней. 62-летняя жительница города Саулия Исаева признается, увидев впервые зонты в небе, удивилась. Теперь старается ходить по этой улице чаще. Пенсионерка уверяет, душевное самочувствие после такой прогулки улучшается. Ну, издалека мне показалось очень красиво, красочно, привлекает. Настроение придает хорошее. Ну, нарядно, да? Хорошее настроение подарили шымкентцам владельцы одного из магазинов. Примечательно, что продают в нем предметы женского гардероба, а зонтов и в помине нет. Зимний период. У всех настроение какое? Обычно бывает невеселое. Проезжая или проходя мимо нашего магазина, можно обратить внимание на зонты. То есть настроение поднимается. Вот такова была задумка наших зонтов. Многие люди, то есть это молодежь в основном, фотографируются, спрашивают, продаем ли мы зонты. Вот. Поэтому я думаю, что наши зонты радость принесли нашему городу. В последнее время зонты больше используют как элемент декорации. Применять их по назначению шымкентцам мешают погодные условия. Вот и этой весной горожанам вряд ли удастся вдоволь насладиться дождем. Синоптики прогнозируют теплую весну без осадков.